Всем привет! Попалась однажды мне такая клавиша, такое пиано Casio, и у нее перестал работать сустейн. Вернее, он не выключался. А компания Casio не любит, когда их ремонтируют. Они говорят, покупай новую, или покупай новую плату, которая стоит как новая, или вообще выбрось и пойти просто купи новую. И пошел я ее разбирать. И разобрал, и пошел я по дорожкам, искал, надежды на обрыв, на какие-нибудь детальки. Но пришел я на ножку процессора, и на этом мои поиски закончились. Я понял, что в самом деле только замена платы. Ну вот так бывает. Что поделаешь, всем пока. Не желаю вам Casio, честно говоря.